Всем здорово! Прессуем сено. Вот где-то соток 40 плюс-минус. Уже выпало. Видите, один тюк. Я думаю, до 50 тюков дойдем. Такие вот волки. Прессую второй пониженной. Стекло, наверное, грязное. Вот такие вот волки, плюс-минус. Понятное дело, этот медленно, но скажу одно, трактор на 540 оборотов, а пресс на 1000. Вот, понятное дело, что это не John Deere, это лучше. Вот. Отличный пресс, работает четко. Вот такие вот тюки у нас. Тяжелые, хрен подымешь. Так, один он развязался у нас. Развязы есть, но редко. Я не знаю почему, правая сторона может вязать. Вот я связал 500 тюков. Не развязалось ни одного, даже 450, точнее сказать. Ни одного не было развязанного. Вот, ездил на шабашку мужику. Вязал 30 тюков. 30 тюков связал, 2 развязанных. Нитка скоро закончится. И вот сейчас вот на 30 тюков один выпал развязанный. А так нормалек, идет хорошо. Вот. Да, скорость маловато, мужики. Ну, понятное дело, что... Кто хочет посмотреть, как работает этот пресс-подборщик на нормальных оборотах, нормальным сеном, заходите на канал Вадима Нищенко. Там есть видосы, как он прессует люцерну, большие волки. Вот. Надо менять трактор, чтобы было 1000 оборотов. Тогда будет он крячить четко. Всем пока!